너무 웃기다 진짜. Дорогие, сегодня у нас начинается новогодний праздник, поэтому мы тоже едем домой. Очень большая пробка. Как только я приехала домой, начала приготовить тунгрантен. Это каждый праздник мы кушаем и готовим. Добавляем свинина, говядина, еще немножко соджу, чтобы убрать запах, и смешиваем вместе. Потом отрезаем морковку вот такой размер и добавляем в тесте. Масло. Так, и кунжутное масло. Кунжут немножко. Смешиваем хорошо. Будем делать котлет. Сэндвичи. Это получилось. Это то же самое, как в корейском манты делать. Сначала делаем круглый шарик. И вот так плотно делаем котлет. Если красиво делаешь, тогда будет красивая точка или красивый ребенок. Вот так. Это тунгрантен. Каждый праздник мы приготовим, потому что это наша традиционная еда. Для того, чтобы жарить, нужно 10 яйца. И смешиваем хорошо. Немножко посолим. А теперь делаем. И начинаем жарить. Мне кажется, 3 минуты хватает все приготовить. Когда готово, положим в бумаге, потому что это жирное. Типа получается, да? Все, первая еда готова. Так, теперь покажем очень интересную еду. Это желе из джулужей. Сначала нужно порошок и добавим воду. Порошок 50 и вода 50. 15 минут. Я это там белком. Одна делать очень сложно, поэтому все помогли по очереди. Абракадабра! О, 신기하다. О, 너무 웃기다 진짜. 오, 이건 뭐야? 기름? 마슬라? 부드럽게. 오. 더요? 아니. 어, 됐다. 오케이. 그럼. как шоколад, да? Ну, если видите. Потом положим это желе в стеклянные банки. Потом сверху красиво и плотно делаем форму. И в очень холодном месте положим это желе где-то 3 часа. Вы можете оставить в холодильнике. Я уже стал толстый и вот так превратилась. Мы отрезаем и кушаем со соевым соусом, либо острой пастой. Так, теперь покажу, как делать блин из грибов. У нас грибы очень интересно выглядят. Вот так выглядит. Посмотрите, очень как рыба, да? Рыбки. Варим грибы до того, как появляются пузыри. Очень тонко надо отрезать. Вот так. Очень легко, да? Теперь нужно жарить, только нужно положить больше яйцо. Так, теперь покажем, как делать жареное туфу.
Для жареного тофу нужно твердый тофу. У нас в Корее тоже недавно появилось такой твердый тофу. И вот так тонко отрежаем тофу. Это не сыр. Посолим немножко и добавим перец. Соль, и еда. 5 минут. Когда белый туфу превращается желтым, тогда уже готово. Очень легко, да? Так, теперь покажем, как делать блин или котлет из рыбы трески. Да, пока слишком замерзли рыбу. Сначала посолим и добавим перец, и потом полностью надо убрать влажность из рыбы. И положим эти рыбы в муке. Это моя самая любимая новогодняя еда. Теперь будем жарить. 7 минут. Так как это рыба, чем другая еда, нужно побольше жарить. Конечно, сначала нужно замочить в яйце. Я очень советую приготовить, потому что очень вкусно и мягко. Теперь покажем, как делать блин из маши. Это очень высокий уровень. Нужно сначала папоронник орляк и прораненная соя. В холодной воде очистим хорошо. Соль, посолим немножко. И варим папоронник орляк и прораненную сою. Очень сложно произносить. Мы в Узбекистане купили. Три-четыре раза дешевле была в Узбекистане. Потом вот так превращалась. Дети-буки, свинина, и немножко посолим. Все, будем делать блинчик. Это кимчи, но мы в воде чуть-чуть помелось. Самое сложное – это жарить блин из маши, потому что блин большой, поэтому у меня никогда не получилось пока. Я уже сломала, Юн пришел помочь. Ажима, его так просто. Ну, очень вкусно получилось, и это очень полезно для здоровья. Мама, день Нового года, поэтому мы приготовили деньги детям. У меня много племянниц или племянница, поэтому это для свекров, моей мамы, тетя. Мы тоже получили деньги. Мы купили, здесь, смотрите, тапочки Юна, всякие разные морепродукты. 오, 엄청 크다. 어, 이거 진짜 싫어, 이거. 연님하고 꼬셔야 겠다. 오, 보여줘. 봐봐요. 알았다. 알았다. 안녕하세요. 지금 그거 뭐야? 뭐야, 이거? 저금통. 저금? 최고. 이제 진기. 준아, 안녕. 준아, 안녕. 얘가 낯설은가 보다. 이상 놓자. 자, 주사. 우! 아니 이거 이거 뭐야? 어떻게? 그거 우리 엄마만 어디 갔어? 어디 갔어 이거? 어디? 엄마 아빠들 이름 뭐? 아들. 몇 개야? 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱,
Так, это называется себе Новый год. Мы клянемся перед взрослыми. Тогда взрослые говорят хорошие слова и дадут деньги. А, Чио가 제일 잘하네. Мы тоже для него приготовили деньги. Он так счастливый сейчас. И отметили семейный праздник. Эта игра называется Дюнори. В Новый год часто играем. Всегда это мое дело ухаживать за детьми. Вот играли, занимались учебами. Юн так хорошо помогает маме, поэтому среди родственников очень популярный. Сейчас у нас в Корее воспитывают детям, особенно мальчикам, чтобы они помогали маме и женщине. Потому что сейчас, если не помогают женщине или жене, тогда очень сложно жениться. Это когда дети рисовали мое одеяло. Дорогие, сегодня второй день Нового года, поэтому сейчас едем к родителям Юни, тоже надо поклониться. Всем с Новым годом! Сэйбок, мани ва сэйо!